друзья, это у нас опять симулятор вора. Вторая часть подряд вышла, потому что игра немножко затягивает. Мне все-таки интересно, что у нас будет дальше. Надеюсь, вам также это интересно. Я в ломбард еще только приехал. Hello, welcome, welcome, здорово. Продаем все, что у нас есть, все, что у нас накопилось. Отправляйтесь на Greenview 111 к 7 утра. А сейчас у нас... еще только 5 часов вечера. Ну, ладно, не проблема, мы это все сделаем. Сейчас я продам сначала все сковородки, съездим домой, пропустим всю ночь. И тогда уже отправимся на 111. Сегодня, друзья, у нас будет полностью наблюдение. Будем заниматься наблюдением. Хотя... Улица Greenview, друзья, там, вы видели, там есть парковка. Скорее всего, на этих парковках мы можем поспать. 111 чуть подальше. Ничего не вижу вообще. Давайте вот так вот заедем, просто задом. Опа, ничего не вижу. Ничего не слышу. Опа, нормально. Спать в машине. Как я и говорил, мы можем спать в машине. То есть нам нужно к 7 утра. К 7 утра. Ну, в 7 утра как раз это и будет. Время летит. Выходим с машины. Я не знаю, почему мы вышли с машины. Заводим и поехали на 111. На 111 нам нужно лететь со всех ног. Потому что 11. Вот это я завернул. Блин, а нифига себе. Машину, наверное, где-нибудь вот здесь. А мы оставим. Нормально? Все. У нас показывают звездочки. То есть мы вот так вот встаем. И отметить. В смысле? На какую? А на какую отметить? Подождите. Отмечать. Игра. Настройки. Клавиши. Движение. Вперед, назад. Действовать. Движение горизонтально. Камера, оглянитесь, камера. Да что, камера-то много используется, инструмент. Все, вижу. То есть наводим и отмечаем. Отлично, друзья. Винни-Пух. Там есть одна коробка. Выжди, пока все уйдут, и принеси мне ее. Да ладно. Блин, так подождите, откройте подсказку. Ну, давай откроем подсказку, внимательно, не желать, так это мы читали, быстро, но это понятно. Вот, занятие жильца. Находясь достаточно близко к жильцу, вы можете отметить его, чтобы узнать его повседневных занятиях по умолчанию колесиком мышки. Отлично. Сон, ну это я понял. Ну, ждем тогда, когда он уйдет. Он уйдет примерно через час, потому что, вы видите, у нас получается сюжет справа сверху, да? Дождитесь момента, когда никого не будет дома. Вот. Одного человека у нас нету дома, написано. И вот этот мужчинка, который лысая башка до пирожка, сидит в гостиной. Он, то есть, у нас уходит в 9 утра. Вечера чуть не ляпнул. Он уйдет у нас в 9 утра. Есть у нас простая отмычка, то есть мы сможем теперь войти даже через дверь. Хорошо, давайте подождем немножко, совсем капелюшечку, и войдем. Коробка у нас находится вот там. Подсказки у нас были взяты. Внутри находится коробка с важными, с важным содержимым. Как раз мы постараемся с вами еще вынести не только вот эту коробку, но и еще, может быть, что-то интересное. Надо было, наверное, машину чуть поближе поставить. Давайте заодно я поставлю. Точнее, нет, я открою багажник. Ну да, можно чуть поближе даже поставить машину. Вот так вот. Машину надо завести сначала. Вот так вот. Во. О, блин, какой же кардан мимо прошел. Отлично. Так. Здесь мы сейчас зайдем и будем смотреть, когда он отсюда выпернет. Смотрите, ровно в 9 утра, и он пошел. Он меня не видит. Что за фигня? Как ты меня не видишь, дядька? Давай, исчезай. Опа. Подождите. Исчезай, в смысле исчезай? Я не знал, что он исчезнет. Хорошо.
Идет там человек, я вижу. Вот она идет. Блин, ну это очень плохо, то, что она еще сюда топает. Можно ли как-нибудь мне туда попасть по-другому? А, да, можно. А мы как раз здесь можем вот так, наверное, залезть. И где-то я здесь видел забор. Во. Мы здесь с вами были, друзья. Мы были с вами здесь уже. Летим на всех парах. Вот здесь мужик тогда сидел. Вот у нас коробка. И давайте постараемся взломать эту дверь. Буковка Е. Поехали. Так, буковка Д нам нужна. Я с первого раза сломал. Так, теперь. Первым делом мы забираем с вами коробку. Коробка находится у нас прямо в толчке, что ли, я так понимаю. Да, это толчок был. Нормально. Все закрываем. Все посмотрим сейчас. У нас есть кастрюльки. Хорошо. Ничего здесь нельзя унести. Есть мини-сейф, где есть немножко денег. Получается $100 мы плюс. Телевизор есть. Ничего себе. А мы сейчас и телевизор заберем. Шкаф. Нифига. Опа! Приемник. Помните, заказ был? Вот вам и заказ. Вот вам и приемничек. Хорошо. Дверь у нас открыта. Телевизор я тогда заберу и... Пошлите отсюда. Все, можно отсюда спокойно делать ноги. А я могу телевизор через это перекинуть? Не, подожди, могу. Что это такое? Опа! И ни в чем не бывало, вышли. Телевизор-то я поставил. Не, ну я удобненько телевизор. Да вот быстро машина едет. Я ничего, вы че? Я ничего, вообще ничего не делал. Все. Все, заводим машину. Так, куда я смотрю-то? И просто выезжаем с карты вон. Быстренько выезжаем с карты вон. Опа, домой. А бонусы? Ну, Бшечка, не знаю, что такое Б. Так, новый уровень что-то светанулось. Отправьте коробку через Блэк. Давайте отправим коробочку через Блэк тогда. Так, коробочка через Блэк. Электроника. Вот радио. Радио я сразу отправляю тогда. Игра Толстый Макс. Что за Толстый Макс? Кухня. Другое. Подозрительная коробка. Поехала. $100. Нифига себе. Старая гитара Ямаха. Или Йомаха. Не, Ямаха. Нифига, $300. Подождите, это что? А, это антиквариат. Нам до этого еще далеко. Ламборги считает, что их другу на Гринью 101 не помешало бы новое окно. Но вот сам друг так и не думает. Докажи, что... Так, подожди. Че взять? На 112-м разбейте окно. Ясно. Я вообще понимаю, что мы теперь с вами будем просто... Так, фонарик, ну это мое. Просто на побегушках, да, у этих людей. Ну это не честно, я хотел бы сам поразвиваться, позаниматься своим делом. А тут как на побегушках. Так, сюжет. Разбей окно в 112-м, затем спрячься или убегите. Убежать? В смысле убежать? Что, шутка такая, что ли? Уехать надо, не убежать. Так, смотрим, у нас 109-й идет, 110-й идет. Ничего, нормально, мужик, все нормально. 111, 112, наверное, туда дальше, на горочке будет. Да, вот он идет. А там идет почему-то 113 сначала. Ух ты. Тебя не прокатить? Не хочешь? Покатаемся. Покатаемся, меня точило. Ой-ой-ой. Неприметная. 112 там. То есть 112 нам нужно здесь. А я здесь поставить смогу машинку? Я застрял немножко. Ну, как-то так поставил. Надеюсь, никому она не будет мешать. То есть у нас получается, что мы можем отмечать людей. Вот я отметил заранее на колесико, да? Нам нужно что? А 112-м разбить окно. Блин, ну я как бы не против, что я сейчас вот так вот просто сделаю так вот.
Опа. Все, 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 все. До свидания, до свидания. То есть нам можно было просто сбежать, вот как я сделал, да? Или спрятаться. Спрятаться, наверное, скорее всего, куда-то. Или в машину можно спрятаться. О, огоньки. Смотрите, огоньки. Hello! Я тут! О, у меня еще ломик, смотрите, есть. Опа! Опа! Почему, друзья, я тут стою? Да потому что я отсюда легко и просто теперь могу ноги сделать. То есть мы можем с вами не то что уехать, да, мы сможем даже и убежать. Клево. А тебе нужно научиться взламывать обычные замки. Это не проблема, только где это нужно мне делать? Достигни второго уровня навыка взлома замков. Буковка Т мигает у меня. А, полученный, но... Так, получение нового уровня, когда вы крадете вещи и возвращаетесь... Это я уже говорил вам еще в первой серии. Возвращайтесь домой с добычей. Это дает вам очки опыта. Когда вы крадете определенную вещь в первый раз, это дает в 10 раз больше опыта. Нифига себе. То есть первая начальная вещь, когда мы ее понял, все... Если вы не уверены, что делать дальше, загляните в свой компьютер и проверьте, нет ли там подсказок или дополнительных дел. Ой, тири-тири-трали-вали, нет проблем, сделаем все, что мы сможем сделать. Поехали. У нас получается здесь, нет, не здесь, вот здесь задание, вот оно как раз есть, уничтожи или украдите картину. В 110-м Бейкеры. 110-й Бейкеры. Это фамилия, наверное, да, Бейкеры. 110-м. Мы только что были. 112. Ладно, 110-м. Как будем рядом, мы, конечно, заедем. 111-й. Картер, друзья. Улица Гринвью. Уязвимость дома мы можем приобрести. А есть 112-й, где мы разбили с вами окно. Уотсоны. То есть здесь уязвимость и безопасность дома. $50. Я, кстати, могу это сделать. Возможное местонахождение добычи 75. И занятие жильца. То есть чем жильцы занимаются. Как раз с часу до 4 часов дома... Ва, нифига себе, с часу ночи... А это какой? Это 112. Это наш дом, друзья. Это наш дом! Мы сможем вынести оттуда все. Но, правда, сегодня мы занимаемся пока что 111-м домом. А сегодня мы пока занимаемся 111-ным... Да что ж я несу-то? 111-ым... 111-ым... Что такое сейчас слово привезло? 111-ым... Во! Домом и 110-ым мы выполним это задание. Так, простая отмычка, я так понял, наверное, взять на всякий пожарный еще одну. Потому что как и в той игре, так и в этой игре они ломаются. А уровень взломщика номер 2. Конечно, я пока что не могу. А нет, подождите, могу. А, взлом замков уровень 2. А, взламывайте обычные замки отмычкой. Изучить. Изучить, друзья. Также мы сможем ловкость первого уровня. Бросайте кирпичи какие-то. Не знаю, что за кирпичи, куда бросать. Оценка уровень 1. Оценивайте больше... предметов во время кражи. Ага, используйте бинокль, чтобы... Бинокль? Что-то новенькое, бинокль какой-то будет. Хорошо, бинокль это тоже. Откройте подсказки. Открыта подсказка у черного входа. Значок. Открыто на кухне стоит... Так, идите вы нафиг, я все равно не успеваю читать с вами. Поехали тогда что? Давайте продадим тогда мы с вами эту кастрюльку, да? В ломбард отвезем, в 110-м выполним задание и подготовимся, поедем на 112-й дом. Welcome. Здорово, здорово. Так, забирай барахлишко. Немножко денег мы с вами подкопили. У нас $458. Но все-таки начало это хорошо. Едем на 110-й, забираем картину. Может быть, мы заберем лучше, наверное, картину. 110-й. 110, он здесь и неподалеку. Сейчас, скорее всего, я лучше заберу эту картину, да продам. Это будет намного проще. Я съезжаю дороги. Ставлю машину где-то примерно вот в этом месте. Вот так вот выхожу. Багажник мы откроем и как раз мы сюда же и закинем. 110. Подождите, 110 это какой дом-то?
Это вот этот 110-й ведь, да? Да. Блин, нафига я машину там так далеко поставил? Можно зайти? Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, стопэ. А можно я сюда пойму? Ой. Да вы чё? Опа. Опа. Мы в 110-м, друзья. Не знаю, стоит ли смотреть в эти ящики. Они уже раз 50 были пересмотрены. Но тут, так понимаю... О, нет, подождите. Смотрите-ка, чайник есть. Кастрюля есть. Значит, есть шанс, что что-то есть тут еще будет. Давайте посмотрим. Так, это я заберу. Это я заберу. Это я пооткрываю. Ну, ничего больше нету. И картина, которая у нас висит. Все. Здесь больше ничего нету. Так, дай-ка дверь открою. Опа. Выкинули нафиг. Никого нету. Открываем. И все. Валим. Валим на всех парах. Жалко, что я быстрее не могу двигаться. А, пока меня никто не видит, потому что все смотрят в ту сторону, куда мы с вами идем. Так что нас пока что никто здесь и не увидит. Хорошо, закрываем багажник и валим отсюда. Так, подождите, повреждение, деревянный забор. А, нет, так у нас задание картина. Вот картину мы забрали. Ой, тихо, куда смотрю, да. Картину мы забрали, теперь можно уезжать отсюда. У нас, друзья, сейчас будет дом 111. А, сейчас тогда займемся им. Все, можно валить. Надо было просто бегом. Это было, наверное, быстрее бы. Домой. Задание у нас засчитывается. С. Нормально. Мы там, по-моему, уровень подняли. Хотя нет, не подняли мы с вами уровень. Мне показалось, что подняли, но нет. Задание у нас выполнено. Ну-ка, есть у нас? Где она тут? Нету заданий? Тогда да. Да. Все, нет. Известная Мартины, да? Картеры. Уотсоны. Вот, 111-й. Сейчас мы тогда поедем с вами в 100... Стой, подожди. Подожди, не торопись. Блин, я все время тороплюсь. Не надо торопиться. Может быть, где-то есть еще, чтобы продать эту картину. Хотя нету, ничего нету. Искусство. О, старый тостер можно продать. Я же говорю, надо не торопиться. Опа, тут ничего нету. Антиквариат, скорее всего, будет в каких-то там вообще заезженных домах. Больших, огромных. Но нам до этого еще, как говорится, идти. Все, я уже... В ломбарде. Открываем. Забираем. Нафиг. Так, быстрее будем идти. Заходим. Здорово. Картину заберешь? 40 баксов. Ну, нормально. Пока что начало и так хорошее. У нас 612 долларов. Багажник закрываем тогда. И поехали на 111 переулок. Переулок на 111 улицу. А подождите, 111-я я? А я могу здесь проехать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У меня же не внедорожник, у меня же простая машинка. Я не вижу, где. Тут деревьев, так вообще немерено. Вот это да. Вот это я молодец, блин. Куда заехал? Стопэ, 111 у нас там, получается. 111. Давайте как-нибудь выйдем сейчас пока что на дорогу. Не вижу нифига. Вообще не вижу. Я, представляете, я сижу и закинул голову наверх. Все, мы выехали. 111 примерно где-то. Вот он, 111. Мне бы развернуться здесь, где-нибудь машину поставить. Вот так вот примерно. Оставим машину. Нормально? Нормально, ничего страшного. Вау, здорово. Здорово, лысая башка до пирожка. Шевели панталонами, не видишь мне никогда. Хорошо. Людишки у нас... А я, правда, людей-то не вижу, если честно. А людей-то до конца, друзья, не видно. Смотрите, у нас получается неизвестно. Можно ли их сейчас увидеть? Да я как бы без понятия. У нас идет наблюдение. Сегодняшний день у нас наблюдение. Я бы, конечно, хотел бы перемотать эту всю вещь где-то примерно на
На 10 часов вечера приехать сюда обратно. Парковка-то где? Ой, парковка напротив нас, парковка есть. Давайте тогда так и сделаем. Так, заведем машину сейчас. Ну, где-то примерно на 10 вечера мы тогда приедем сюда. Хотя, что ехать, вон тут добежать можно. Давайте машину здесь оставим. Все, спакис. Ну, короче, где это? Спать. Мы ложимся спать. До 10 вечера мы полежим, поспим, вздремнем. Во. И сейчас бегом пойдем посмотрим. Нам нужно самое главное увидеть их. И все. И все. Опа! Нормально. Мы с вами увидели. Смотрите, что у нас получается. У нас получается так, что мы какой-то промежуток только активируем. Вы видите, да, справа. Сверху у нас идет красная. Обе строчки. Красная — это обозначает, что они дома. Синяя — это то, что их нету дома. То есть получается, мне нужно попасть на начало ночи, увидеть, чем они занимаются в это время, да? И вот когда их нету дома. А как я там тогда попаду, когда их нету дома? Стандартно получается, но я не вижу их никак. Можно, знаете, что сделать? Давайте посмотрим заметки. Мы находимся в 111-м. У нас получается ни дома, ни дома. Сейчас один находится у нас в гостинице, второй в саду. В смысле в саду? А, он... Подождите, он в саду. Он с той стороны в саду находится. Ничего себе. А я думаю, в каком саду он находится. То есть это мужчина, это женщина. Ясно. Гостиная. Гостиная. Давайте тогда до 12 ночи мы сходим поспим. Потому что я, если честно, не очень хочу тут долго затягивать этой всей темой. Игра, конечно, бомбезная. Зачем я завел? Не надо нам заводить. Так, поспим мы до часу ночи. Ой, до часу, до 12 часов ночи, до часу ночи. Вот, и побежали обратно. Сейчас нам нужно просто посмотреть, чем они заняты. Опа, активируем. Вот, вот оно, друзья, вот оно. И начало есть. То есть, получается, один человек у нас уходит в 6 утра на работу, а второй уходит... Что у меня не... У меня почему-то не показывается. В 9 утра, да? Тогда можно спокойно до 8 утра выспаться. Поехали. Даже можно до 9, но рисковать... Не знаю, не стоит, наверное, рисковать. Давайте до 8 поспим. Как раз там немножко времени у нас пройдет. Час. Он идет на работу, и мы с вами сможем уже вынести примерно все, что сможем вынести. Там одного уже человека нету, он ушел на работу. У нас осталось еще немножко времени, и мы пойдем на этот дом полностью. Взломайте обычный тренировочный замок. Подождите, в смысле взломайте? У нас сюжетка есть? А что я не обратил внимания, у нас сюжетка, друзья, есть. А зачем я тогда сюда приперся? Блин, да ты чё? Ну, блин, ну пошлите. Я реально не понял, почему я не заметил сюжетка, взломая обычный тренировочный замок. А как это так? Ну, я молодец. Ну, домой поехали, ладно. Я столько времени проморгал, оказывается, нам просто нужно было сюда подойти. Отмычка, так у меня ее нету. Отмычка, подождите, простая отмычка или просто отмычка? Отмычка, ну вот отмычка. Покупаем тогда отмычку. Блин. Хорошо, что я обратил внимание на сюжетку. Так бы мы там долго прошатались бы. Так, есть, хорошо. Что это такое отмычка? Используйте отмычку, чтобы взломать обычные или легкие замки. А нажмите на кнопку тогда, когда Shift... Нет. Штифт. Что такое штифт? Штифт. Расположен точно снизу. А, вот это, наверное, вот эта колбаска. Вот это, вот это. Понял. Так, это мы уже все читаем. Хорошо. Ничего себе. А, так я его поворачивать могу. Ну, не так сильно, конечно, но могу. Хорошо, на А. На Д. На С. А, так это легко, ё-моё. Я-то думал, что-то вообще бомбезное здесь будет.
То есть мы нажимаем на S, когда будет внизу, мы просто взламываем. Это очень легко, друзья. Если он не сломан, поправь это ломом. Тут поговаривают, что унитаз на Greenview 113 не сломан. Да ты чё, какой 113-й? Ты чё, какой 113-й, дядя? Ты совсем, что ли? На 113-м, вы понимаете, 113-й дом. 113-е, мы 112-е еще не прошли, уже 113-е. Не, давайте тогда мы займемся 112-м. Хотя, стопэ, чё нам торопиться, куда нам торопиться? Я не вижу в этом никакого смысла, если мы будем за одну серию все сразу проходить. Не-не-не-не, разделим сейчас. Мы с вами просто завершим эту серию, а в следующей серии мы отправимся с вами в 112-й и постараемся там все вынести. Ну, если влезет, и 113-й захапаем вместе с ним. На этом с вами, друзья, я буду прощаться. Если вам понравился ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки у нас находятся в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока.